Всем привет! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о том, нужно ли внедрять половое воспитание как предмет школьной программы. Друзья, внимание на экран. Задумываясь о необходимости внедрения полового воспитания детей в образовательных учреждениях, некоторые родители начинают колебаться, и это нормально, так как эта тема зачастую замалчивалась по обоюдному негласному согласию педагогов и родителей и в обязательной школьной программе никогда не закреплялась. Там были моменты, да, когда задавали вопрос, но я же должна ответить. Ольга Бородина – одна из редких сексологов-психологов нашей республики. Дипломированный специалист, она ведет свой блог в социальных сетях. Профессиональная деятельность применяет научный подход, имеет большой опыт работы, в том числе и по теме полового воспитания. Есть ли необходимость вводить половое воспитание как учебный предмет в образовательных учреждениях? И как на это отреагирует общественность? Половое воспитание – составная часть развития ребенка, и это целенаправленный процесс, который требует учтения очень многих нюансов. Соответственно, важным является вопрос определить позицию наших сегодняшних участников по, собственно говоря, вопросу того, стоит ли внедрять половое воспитание в школьную программу. Оптимисты – это те, кто считают, что это очень актуальный вопрос и даже проблема, которая очень ярко выражена в наше время. Потому что большинство школьников и молодых людей находят информацию в искаженном виде от сверстников или из интернета. И поэтому очень важно прививать половое воспитание еще со школы. Пессимисты же – это те, кто считают, что внедрение полового воспитания в школьную программу может лишь усугубить данную ситуацию, поскольку наше общество к этому на данный момент не готово и, по крайней мере, сейчас такое внедрять не стоит. Также и они обращают внимание на то, что специалистов, которые могут грамотно проработать вопрос, на данный момент мало. При этом у нас оптимисты будут располагаться справа, пессимисты слева. Основная задача участников позиций – перетянуть на свою сторону как можно больше людей из противоборствующих. Угу. Ну и так, друзья, определяем зоны и… Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Человек, для которого нет безвыходных ситуаций. Психолог-сексолог и смелая женщина. Ольга Бородина. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ольга, сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Ох, за минуту рассказать о себе, это, конечно, сложно. Я являюсь практикующим психологом уже более 15 лет, и последние 3 года я еще, помимо непосредственно психологии, занимаюсь сексологией. В Якутске сейчас, на сегодняшний день, я единственный психолог-сексолог. И, наверное, когда я выбрала именно вот дополнительную специализацию, да, то здесь задача была связана именно с тем, чтобы, ну, так сказать, наше сексуальное воспитание, наше половое воспитание, да, было правильным, было именно не так, как нам передалось, так сказать, по наследству, возможно, да, и какие установки нам передали, а вот именно, то есть, чтобы мы научились правильно относиться, потому что, на самом деле, очень много психологических проблем как раз связано с тем, что когда вот идет непринятие вот даже в сексуальном плане. Ну, это если коротко. Аплодисменты. Сейчас небольшое блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрый ответ. Итак, первый вопрос. Что вас подвигло выбрать данный род деятельности? Ко мне обратились клиенты, получается, у меня были 2 девушки, клиентки, у которых проблематика вышла в тему, ну, проблемы с сексуальностью, и я задумывалась, говорю, так, подождите, а действительно, есть ли у нас специалисты вообще в этом направлении? Это было начало 2018 года, и я узнала, что на тот момент был, по-моему, врач-сексолог единственный в Канте, и больше не было специалистов. Я узнала, где можно пройти обучение, так как у меня уже был диплом психолога, я тем более практиковала, я нашла курс повышения квалификации, прошла их онлайн, ну, опять же, в силу того, что у меня была практика. И через где-то полгодовые курсы были, ну, в конце 2017 года я получила 2 сертификата, один по основному, то, что я получала образование, второе, и, ну, небольшое такое практическое. Ольга, а кем вы мечтали стать в детстве?
Ну, в детстве я мечтала стать психологом, криминалистом, экспертом. Но это, наверное, даже не в детстве, где-то в подростковом возрасте, да. То есть потом я, когда ехала поступать, я еще и, собственно, думала о том, что... А где вообще учатся и так далее в Якутске, потому что, ну, это прям какой-то был 2001 год. И мне потом интересовала пенитенциарная психология, изучала, много о ней знаю, но немножечко вот интерес ушел, потому что таких специалистов в Якутии, к сожалению, нет. Ближайший специалист, по-моему, в Новосибирске только по такой специальности, поэтому вот. За что вы любите свою работу? Ну, больше всего, наверное, люблю за то, что моя работа помогает людям принимать себя, помогает людям жить в своей жизнью, помогает людям, и здесь можно, в принципе, поставить точку, да, то есть моя профессия, она, наверное, для меня то, что мы те люди, которые становятся проводниками для людей, которые вот взаимодействуют, живут каким-то образом. То есть если бы нас не было, то людям было бы просто сложнее. И главное, чтобы люди это понимали. А что самое сложное в вашей профессии? Знаете, вот здесь хочется немножко пошутить, да, мне как-то спросили, слушай, говорят, а в чем плюс твоей профессии? Я говорю, плюс моей профессии, я очень хорошо разбираюсь в людях. Минус моей профессии, я очень хорошо разбираюсь в людях. А что вы думаете о половом воспитании в Якутии? Насколько это актуально? Насколько актуально, проводится ли оно здесь, если вопрос, тогда сейчас я бы сказала, не проводится. То есть лично меня приглашали в школы уже несколько раз, притом даже уже в пандемию онлайн я проводила отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Но насколько, если взять вот, ну, то есть не мою деятельность, а вообще, допустим, в школах и так далее, то, конечно же, она не проводится. То есть почему? Потому что, судя по тому, что какие потом мы получаем травмы, даже ко мне приходит клиент с этими травмами, я понимаю, что этого полового воспитания просто нет. Есть ли у вас какой-либо девиз по жизни или принципы, которых вы придерживаетесь? Девиз по жизни, наверное, всегда идти вперед, и даже как бы не бывает таких неразрешимых ситуаций, то есть любая ситуация. Вот. А миссия, наверное, такая какая-то, да, может быть, не знаю, как это назвать, это я мотивируюсь тем, когда я вижу, что когда я работаю с людьми, я понимаю, что люди получают ответ на вопросы какие-то, и им становится... можно так сказать, проще, и они начинают жить своей жизнью. Вот когда я это вижу в консультировании, в тренингах, да, это меня очень сильно, вот, как сказать, подстегивает тем, что я действительно выбрала ту профессию, которая помогает и которая делает мир добрее, может быть, даже так сказала бы я. Пользуете ли вы свои навыки в психологии в повседневном общении с людьми? Ну, здесь, как бы сказать, я их, конечно, не хочу использовать, да, но есть такое понятие, когда ты долго в профессии, где-то через 2 года после того, как я получила образование, у меня была очень сильная профдеформация, я это поняла во время консультирования, тогда я очень хорошо проработала с психологом, с супервизором своим, и меня тогда отпустило. Поэтому, конечно же, я четко понимаю, что когда я общаюсь с друзьями и так далее, то есть я не включаю психолога. Но здесь, наверное, вопрос отношения ко мне. То есть понятно, что когда кто-то со мной знакомится и знает, что я психолог, например, да, они начинают себя немножко по-другому вести, потому что думают, что я сейчас буду их анализировать, да, или буду каким-то образом что-то делать. И это, наверное, мешает. Вот я говорю, помните, я сказала, да, плюс профессии, минус профессии. У меня вообще был опыт моей подруги, которая сейчас, возможно, меня будет видеть, слышать, она вспомнит, да, что она мне все, когда приходили куда-то, она меня знакомила, говорила, знакомьтесь, Оля психолог. Я говорю, стоп, говорю, зачем? То есть не создавая у человека какую-то непонятную установку, да. Ну вот поэтому здесь такая двоякая вещь, то есть как бы я, конечно, хочу сказать, что нет, не влияет, да, но я понимаю прекрасно, что все равно, так как это мои навыки, которые я выработала, с которыми я давно уже как бы существую, они есть. Ну, по секрету могу сказать, с детьми это совсем другое. Здесь навыки очень часто выключаются, включаются эмоционально. Что лично для вас главное в жизни? Ну, лично для меня главное, конечно же, это саморазвитие. И в этом году, вернее, в том году для меня очень актуально стала ценность здоровья, потому что так получилось, что в моей семье произошло горе, опять же, тоже вот как раз в пандемию, и вот эта болезнь и тому подобное, я сама переболела, и поэтому для меня сейчас здоровье тоже такое является ценностью. А так, для меня саморазвитие – это та ценность, которая нас все время двигает с места, то есть создает такую какую-то нашу внутреннюю активность. Я помню, была студентка первого курса, и нам сказали классную вещь, что наша психика, она активна. Пока мы двигаемся, то есть мы развиваемся. То есть как только мы перестаем двигаться, через какое-то время мы начинаем деградировать, ну, то есть и вот как раз все другие там зависимости вырабатываются и так далее. Поэтому вот в каком-то этом понимании, да, наверное, я бы сказала это так. Ольга, перед вами сегодня те, кто постарается узнать вас сегодня поближе и, в частности, обсудить нашу сегодняшнюю тему.
Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что очень важно внести в школьную программу уроки полового воспитания, так как в нынешнее время молодежь, школьники узнают искаженную информацию либо от сверстников, либо из интернета. Слева от вас расположились пессимисты. Они придерживаются противоположного мнения, считают, что полового воспитания в школьную программу внедрять не стоит, по крайней мере, пока, поскольку и общество пока что не готово, на их взгляд, и нет достаточно квалифицированных специалистов, кадров. Сейчас, друзья, мы обращаемся к вам, к нашей аудитории. Расскажите, почему вы заняли ту или иную позицию, чем обусловлен ваш выбор? Ну и давайте начнем с оптимистов. Я выбрала сторону оптимистов, так как сама яро продвигаю эту тему, ну, в внутренних кругах. Я считаю, как мать, что половое воспитание обязательно должно быть в школьной программе. Я не согласна с тем, что общество не готово, потому что общество, которое мы должны обучить, это дети. А нынешние дети к этому 100% готовы. Спасибо. Давайте подарим аплодисменты. Я считаю, что пока немного рано внедрять это в образовательный процесс. Я бы хотела, чтобы сначала к этому подключились родители. А также я бы хотела, чтобы люди, которые работали с детьми, вырабатывали у детей доверие. Если этого не сделать, то ребенок может столкнуться с травмой, а это в современных реалиях достаточно тяжело представить, потому что преподаватели, ну, мало умеют общаться с детьми. Спасибо. Так. Оптимисты? Я считаю, что не стоит ждать у моря погоды, и нужно действовать решительно, самим уже брать бразды в свои руки и готовить следующее поколение к нормальной сексуальной жизни, не стесняясь ничего. Потому что, учитывая ошибки, которые совершили поколение до нас, мы можем предотвратить то, что будет в будущем. Интересно. Пессимисты, пожалуйста. Я считаю то, что, учитывая региональные особенности и культурное что-то, наши дети могут быть немножко скованнее и скромнее, чтобы обсуждать эту тему в большом, ну, большом обществе, открыто. И считаю то, что родители могут сделать первый шаг к этому, лично поговорив с ними, и таким образом внедрить уже какое-то знание, чем получать обрывистые информации из интернета или сверстников. Я не стопроцентный пессимист, но считаю, что такое решение может быть верным. То есть начинать не со школы нужно? Да. Пожалуйста. Учитывая, что наша республика и наш менталитет такой замкнутый, нам нужно уже внедрять в школе, чтобы потом это как-то пошло и чтобы не было проблем в будущем. Пессимисты, пожалуйста, давайте последнее мнение. Я все-таки думаю, что сексуальное просвещение надо начать с семьи, надо, чтобы родители, потому что дети боятся, ну, как сказала Маша, в большом обществе, там, боятся одноклассников, своего мнения, там, своих вопросов. Поэтому лучше начать, ну, с семьи, внутри семьи. И дети отличаются сейчас, ну вот, сельская молодежь больше такая скованная, и к этому точно надо постепенно внедрить. Может, городская молодежь и готова, но сельской надо все-таки постепенно, я думаю. Спасибо. Давайте подарим друг другу аплодисменты. Ну и сейчас, дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. А можно Ольге? Вот немножко прокомментировать, да, вот ситуацию? Давайте. Ну, вот то, что сказали. Вот два мнения, очень классные на самом деле мнения, потому что, видите, когда мы говорим про половое воспитание, как раз вообще про любое воспитание, то оно всегда начинается с семьи. Но здесь, знаете, какая интересная штука, да, что очень часто бывает так, что я же общалась с этими родителями, да, и те люди, которые ко мне приходят, у которых есть дети, они сами стесняются говорить на тему секса. То есть они даже, приходя ко мне, даже пытаются там как-то вот, ну, закрываться где-то. Ой, а здесь никто не слышит, да, там, а это точно. То есть
Эта тема вообще на запретна. И, конечно же, если мы дома не будем про это говорить, даже когда ко мне приходят и говорят, слушайте, поговорите с моим ребенком, я говорю, слушайте, я поговорю профессионально, как надо и так далее, если вы даете свое добро. Я говорю, вы поймите, что если вы поговорите со своим ребенком, доверие будет больше, восприятие будет больше. Поэтому я вот здесь с вами, то, что с семьи надо начинать, да, полностью согласна, потому что любое воспитание начинается с семьи. И то, что заложено будет в семье, уже будет дальше двигаться, собственно, и в школе, да, и когда он вырастет. Ну и давайте перейдем тогда к вопросам. Ну, начнем опять же с оптимистов. Как, вот, чтобы не травмировать ребенка, правильно подавать информацию, как говорить об этом? Понятно, что когда возникает вопрос, отвечаем честно, но вот когда начинать стоит говорить об этом, если ребенок не задает вопросов? Спасибо. Классный вопрос, на самом деле. Начинать с полового воспитания нужно, на самом деле, с маленького возраста, где-то примерно годика 3 даже, да. Даже и понятно, что ребенок там еще говорить толком-то не может, да. А первый период идет, это парапубертат, это когда ребенок отвечает вообще на вопрос, кто я. И вот, наверное, кто из вас, может быть, уже у кого есть дети, да, вы знаете, что, например, мальчик, девочка начинает все сравнивать, да. Далее уже вот как это, так сказать, сформируется, и вот потом уже, то есть если ребенку где-то 5-7 лет, то вы уже начинаете потихонечку рассказывать, в чем особенность, потому что там ребенок отвечает на вопрос, какой я, это препубертат, да, то есть получается. И вот здесь, где какой я, они начинают понимать, то есть что мне нравится, например, вот в одежде даже что-то начинают выбирать. Не зря в этом возрасте уже рекомендуют детям самим выбирать одежду, а не постоянно там вы за него, да, там взрослый покупаете. Вот, поэтому здесь уже вы начинаете формировать это, интересы какие-то его, вернее, он сам формирует, а ему поддерживает, такая поддерживающая среда. И вот в этом периоде тоже очень важно уже начинать говорить вообще на тему секса, но не с точки зрения секса, это то-то-то-то, и вы рассказали, да, а именно с точки зрения того, что на самом деле, что такое секс, то есть для чего, то есть основная функция-то для чего он нужен, да, то есть, и вот здесь как раз лучше всего это предыстория своей семьи, то есть, ну, у ребенка есть, например, мама-папа, да, и вы можете сказать, что вот когда-то там, мама с папой гуляли, встретили друг друга, да, друг другу понравились. Ну, то есть немножечко сдалека, не сразу бац и в лоб, да, про секс, а вот немножко сдалека. И тогда у ребенка начинает формироваться этот момент, что оказывается, что это вот такой вот этап. И потом, позже, еще плюс в этом в том, что когда вот уже пойдет подростковый, у него будут повышаться вот эти вот гормоны и так далее, и даже, возможно, у него появится интерес к уже непосредственно вступить в интимную связь, он, возможно, вспомнив эту историю, скажет, а вот хотел бы я именно так, чтобы это произошло. Ну, то есть начинает уже какие-то вопросы себе задавать. Поэтому вот здесь это все вот так идет постепенно. Но главное, я говорю, вот такие вот, если по отрезкам, то до 5 это называть непосредственно органы правильно, объяснять разницу мальчиков и девочек. Еще, кстати, немаловажно, если у вас, например, разнополые дети, то обязательно, чтобы они дома ходили в одежде, ну, собственно, не голенькие бегали, да, допустим, и купались тоже, собственно, либо в трусиках, ну, либо как бы по отдельности. Ну, то есть опять же, такого момента, чтобы не было. Аплодисменты. Пессимисты, давайте послушаем ваши вопросы. Я бы хотела спросить, вот многие дети из-за того, что недостаточно у них информированность, в возрасте, наверное, от 10 лет сталкиваются с харассментом, а родители не могут как-то им помочь, потому что они не могут с родителями поговорить на эту тему. Вы бы не могли... Возможно, сейчас кто-то смотрит, кто сталкивается с такой проблемой. Вы бы не могли дать, ну, какую-нибудь инструкцию вкратце, как сказать об этом родителю? Если ребенок с родителем будет разговаривать, вернее, родитель с ребенком, то у ребенка не будет никогда страха и боязни подойти и что-то сказать. У этого ребенка, у любого ребенка, даже если он боится родителя, есть все равно всегда какой-то значимый взрослый, тот, которому он доверяет. Это может быть старший брат или сестра, это может быть там дядя, тетя и так далее. И вот если, допустим, там родитель не может с ним поговорить, то, конечно же, лучше пусть поговорит там этот человек, которому он доверяет. Потому что разговор на тему секса должен идти с человеком, которому он доверяет. Это, ну, собственно, от этого будет зависеть, как ребенок воспримет информацию. Но если вдруг произошло так, что разговора не было, как я понимаю, то есть ребенок как бы не знает, что, как и так далее... Если сейчас меня смотрят дети, например, да, хотя маловероятно, но вдруг, да, то детям я, конечно же, скажу, пожалуйста, не бойтесь, наберите номер телефона, есть телефон доверия, куда обязательно нужно сказать. Либо, если совсем страшно, закройте глаза, подойдите кому-то из близких, закрытыми глазами не так страшно, и просто скажите вслух, но главное не молчать. Кому-то нужно сказать, желательно сказать взрослому человеку, да, при том...
Если вы увидите, что взрослый человек не обратил внимания, либо он посчитал это как-то вот, ну, ерундой, да, то, значит, нужно найти другого взрослого и говорить другому взрослому. Простой пример, как понять, что, не дай бог, есть какое-то насилие, неважно, эмоциональное, психологическое, физическое, любое насилие, это уже плохо. Как это понять? Ребенок обычно меняется. То есть ребенок начинает быть другим. Он пытается не показать этого и начинает это перекрывать другими какими-то моментами. Это можно очень легко увидеть. Поэтому понятно, что в подростковом возрасте мы там многие меняемся, но все равно зафиксировать это, поговорить с ним, поговорить с классным руководителем, ну и так далее, никогда не помешает, а только будет, ну, в плюс. Спасибо. Ольга, вы упомянули, что некоторые родители могут быть против того, чтобы такой диалог велся с их детьми. Да. Чем они аргументируют свой такой ответ? Там нет как таковой аргументации, там, скорее всего, есть страх. Ну, то есть, чаще всего родители, которые запрещают другому человеку разговаривать, это ребенок, который сам был в детстве, и с которым не разговаривали. Или, наоборот, поговорили, но поговорили как-то не так. Или, наоборот, он видел какую-то реакцию в детстве, которая до сих пор у него заложила очень такие нехорошие мысли, отпечатки и так далее. Я вам больше скажу, если не уходить даже в тему сексуальности, а остаться просто на психологии, до сих пор есть родители, которые мне звонят и говорят: я хочу записать к вам своего ребенка. Я говорю: подождите, а ребенок хочет к психологу? Нет, но ей надо. Я говорю: слушайте, говорю, в вашем случае нужно вам, а не ей, говорю, или там ему и так далее. Потому что, еще раз говорю, если ребенок сам проявляет интерес, это одно. Но когда вы там что-то хотите, то это ваше. Ну, то есть это вам нужно к психологу, там, психологу, сексологу, неважно, да, и уже стоит темы. И когда, естественно, там бывали моменты, когда родители были против, я их просто не знаю, да, то есть там не всегда могла получить аргументы, но вот один раз мне мама, одна мама сказала, говорит: я против, потому что я знаю своего ребенка, а ей эта информация будет неинтересна. Я с ней разговаривала, она все знает. Ну, то есть вот из такой серии. Я не стала настаивать, да, я рада, конечно, она там поговорила, но поговорить тоже, ну... Важно качественно. Важно не то, что качественно, еще раз говорю, донести именно мысль основную. А когда, представьте такую ситуацию, вот я, допустим, мама, да, мне тема секса, я сама, вот мне немножко такая стеснительная, я разговариваю с ребенком, у меня есть стеснение, я с этим стеснением разговариваю с ребенком, что видит ребенок? Ребенок видит: секс — это плохо, это грязно, это стеснение, что мама сейчас там краснеет, разговаривая со мной. Надо ли такой разговор? Нет. Вот в таком случае лучше действительно отправить как бы специалисту. У меня был опыт, 2 раза я общалась с детьми на тему полового воспитания. При том, что дети уже, как вы поняли, все знали. Просто я немножечко, как сказать, вот, ну, поправила, так сказать, что я всегда, когда начинаю с детьми разговаривать, я всегда говорю: итак, кто знает, что такое половое воспитание? И там кто-то там, конечно, скромненько, да, но тут начинает. И вот я эту информацию беру и уже потом... Говорю так, как чтобы они взяли эту информацию с пользой для себя. Например, многие не знают, что физиологическое созревание начинается в пубертате, но психологическое созревание происходит только к 18 годам. То есть утрированно, если подросток вступит в интимную связь до 18-летнего возраста, то есть до того момента, как он полностью психологически как бы не созрел, у него может быть травма. Вот. А если вот он уже психологически созрел, он понимает, что он делает, в каком там аспекте, то есть последствия и так далее, то вот здесь уже как бы, ну, таких моментов нет. Вот к вопросу. У нас есть видеосюжет по теме нашего обсуждения, поэтому внимание на экран. Были бы вы рады, если бы в ваши школьные годы проводились уроки полового воспитания? Они нужны вообще в школе? Ну, наверное, да. Для чего? Воспитывать детей, не знаю, что. Дети должны знать, тем более. Конечно. Сейчас живем в таком мире, что это везде, все везде видно и касается везде. Мы выходцы из СССР, где говорили, что ничего нету, да? Наоборот, наши дети должны это знать. Нет. Почему? Потому что интернет. Конечно, вот эти вот уроки. Ну, уроки давать или какие-то собеседования детям, подросткам, конечно, можно. А вы были бы рады, если в ваши школьные годы проводились подобные разговоры и лекции? Ну, дети этого не понимают, подростки, например. Я бы тоже так, когда в детстве была бы, я бы тоже постеснялась, например. Девочки всегда стесняются, например. Может, но вот, вот эти вот школьные психологи, педагоги, если бы разговаривали, они бы тоже знали, что такое это. Нужно осведомлять детей? Ну да, подростков, это обязательно, я думаю. Нужны ли такие уроки в школе?
Эй, зачем это? Не нужно для старшеклассников? Может, лекции какие-то, беседы? Ну, для этого уже родители должны об этом заниматься, да, они, то есть учителя. Зачем? Разговор должны вести родители. Ну да. Ну да, конечно, актуально. Надо воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы не было в дальнейшем никаких неурядиц с этим делом. А если бы в ваши школьные годы были подобные разговоры, проводились бы беседы, вы были бы рады, было бы полезно? Ну, полезно было бы, но насчет радости не знаю. Как бы это все равно интимно, это свое должно быть какое-то, поэтому, скорее всего, нет. А кто должен проводить эти беседы? Ну, в первую очередь, родители и педагоги. То есть в школы вводить это нужно? Да. Как мы видели в сюжете, есть на самом деле очень много людей, которые поддерживают в целом внедрение полового воспитания. Но при этом удачно зашли. Да, но при этом встречаются те лица, которые считают, что это избыточно, то есть это не нужно. При этом хотелось бы обратиться к нашей аудитории. Друзья, может быть, есть среди нас те, кто считает, что камнем преткновения по данной теме все-таки является чаще всего недовольство родителей. Как раз-таки страх того, что это будет излишне. Есть такое? Кто с этим согласен, и хотелось бы ваше мнение послушать? Или есть не согласны? А я с этим согласна, потому что наши предыдущие поколения, они очень консервативны. Как мы видели по сюжету, они стесняются даже об этом говорить. И я с этим согласна. Я считаю, что нужно начинать половое воспитание именно в школе, потому что вот с такими родителями, которые стесняются, они нам сами ничего не объяснят, и ради хорошего будущего нужно начинать нас самих, чтобы в дальнейшем мы сами могли воспитывать своих детей дома, уже начиная с 3 лет, с 5, и мы не будем в этом стесняться, и наши дети тоже будут к этому нормально относиться, что будет очень хорошо, потому что половая жизнь – это, ну, основная часть нашей жизни, скажем, очень важная. Здесь вот как раз аспект заключается. А как я пойму, что я подхожу к маме, у мамы начинаю спрашивать, да, мам, расскажи мне про секс. Мама такая, ой, сейчас подожди, с папой поговори, да. И вот это они начинают вот, ну, с мамой, с папой. И что я думаю? Ага, это плохо, это как бы стыдно. Все, вот таких действий тоже точно не должно быть. Поэтому вот здесь я прям полностью согласна. Нужно родителей прям отправлять на эти курсы, то есть, ну, проводить для них. Пожалуйста, еще мнение. Я тоже считаю, что камнем преткновения являются родители, потому что, как правило, у родителей родители не могут сформировать ребенку нормальные принципы, потому что у них у самих этих принципов нет нормальных. И ребенок обращается в порно, а в порно там вообще нет принципов никаких. Спасибо, что вы так просто продолжили. Вообще и вообще, точка, все. Спасибо. Пожалуйста, еще мнение. Ага. По поводу родителей. Стану на защиту родительства. Ну, мне кажется, сейчас вот поколение наших родителей уже, ну, вообще поколение родительства, оно сменяется, и сейчас на сцену выходит наше поколение, которое может говорить, но из-за общественного табуирования, например, человек внутренне готов, мама готова со своей дочкой или сыном говорить о сексуальности, о половом воспитании, но из-за того, что это тема в обществе табуирована, ей сложно раскрыться. И, соответственно, это вопрос еще вообще в целом нашего государства, в целом климат в обществе изменить к этой теме. И это не только забота родителей, а школы как инструмента государственного, одного из института, точнее, да. Вот. И я к вот этому хотела. Подростки — это маленькие взрослые. И поэтому здесь единственный момент, как с ними нужно работать, это просто оставаться самим взрослым. Как только мы начинаем с нашими подростками разговаривать с позиции родителей, не будут они нам доверять, они будут думать, что ты там опять что-то придумал и так далее. Вот это с критериев современных родителей. Половое воспитание начинается с того, что мы рассказываем про личные границы. И ребенку до 5 лет нужно обязательно сказать, рассказать, даже вот в голову вложить, что никто не имеет права его трогать. Неважно даже, что там, да, вот, так сказать, в гениталиях, в интимной зоне. А даже просто его трогать никто не имеет права. Что он имеет полное право, то есть это тот человек. Потому что мы учим часто, не общайся с незнакомцем, не подходи к незнакомцам. Но мы никогда не говорим, вот такая интересная, да, ремарка, что мы очень редко, когда ребенку говорим, и
не подпуская незнакомца к себе. Потому что иногда же может ребенок-то не подходить к незнакомцу, он же может подходить, и ребенок не знает, что делать в такой ситуации. И вот что самое важное, это личные границы. Про них нужно говорить с маленького возраста. К вопросу, даже ребенок, если не любит одевать там трусики и так далее, мы должны научить ребенка, что важно это одевать. Или еще один такой момент, это банально гигиена. Мыть руки, да, вот умываться там, помываться и так далее, это все тоже половое воспитание. К вопросу. Аплодисменты. Ольга, какой совет вы бы дали нашим сегодняшним участникам? Ну, совет я давать не буду, я скажу рекомендацию, да. Рекомендация простая, но, наверное, из того, что мы сегодня разговаривали, то есть вы, наверное, уже сами услышали от меня, да, что если вдруг вы чувствуете, что с вами что-то не в порядке, то вы просто как минимум можете подойти к человеку и поделиться с ним этим. Если вам не помогло это, ну, тогда обратитесь, собственно, к специалисту и просто поговорите с ним. Психолог – это человек, который является проводником нас самим собой. И поэтому мы не врачи, мы не делаем диагнозы, мы не ставим, к нам ходят абсолютно здоровые люди. А эти люди просто, они в какой-то момент запутались. И поэтому, если вы вдруг думаете, что у вас сейчас есть какой-то вопрос, на который вы хотите получить ответ, либо вы стоите в каком-то моменте, не знаете, куда пойти и так далее, то обратитесь к специалисту. Я даю вам гарантию, что вам как минимум станет легче, просто осознав то, что вы этот шаг уже сделали. Аплодисменты. Ну, а сейчас, друзья, настал тот момент, когда вы, собственно говоря, можете поменять свою позицию. Соответственно, если вы прониклись больше симпатии к противоборствующей точке зрения, то вы можете уже присоединиться, соответственно, к противоборствующей команде. Таким образом, оптимист, который считает то, что все же пессимисты, их позиция сегодня была более правильной, можете перейти к ним, ну и наоборот. Поэтому, друзья, определяйтесь и давайте. На счет три. И давайте на счет три, соответственно, этот переход можно будет совершить. Раз, два, три. Давайте поаплодируем тем, кто перешли. Смелый шаг, так сказать. Ну и давайте к тем, кто перешел, обратимся, узнаем, почему все же они решились на этот шаг. Считаю то, что... Конечно, первый шаг в воспитании именно в этом плане должно состояться в семье, но подкреплять это в обществе, это необходимо, учитывая то, что сейчас уже подростки, дети, они уже другие, они совсем по-другому мыслят, и мы все находимся в интернете 24 на 7, грубо говоря, телефон – это наша рука, и любая неподходящая информация может подойти в любое время, и человек должен, если даже не разговаривая со своими родителями, то в обществе он должен быть грамотно подкован и в школе, и в другом месте открыто об этом говорить. Спасибо. Я не сменила полностью свою позицию, я как бы и была согласна с тем, что это важно и нужно, просто, ну, я все еще оставила идею, что это должны начинать родители, вот, но когда я садилась на ту сторону, я не учла, что есть социальное давление, из-за которого родителям бывает сложно это говорить, и это социальное давление решается воздействием на социум, а не на вот одного, не только на одного человека, а на группу людей. Аплодисменты. После всей дискуссии я приняла полностью решение, что в школе, даже если не уроки проводить, хотя бы какие-то разговоры со специалистами, потому что интернет и наше окружение могут давать неправильные советы. Формулировки. Да. Спасибо, аплодисменты. Мы знаем то, что Ольга подготовила небольшой... презент для лучшего участника. Соответственно, Ольга, к вам вопрос. Кто из наших участников аудитории понравился вам больше всего своими какими-то аргументами, умозаключениями? То есть я, честно, долго думала, что такое подарить. И поняла, что что может подарить психолог? Да? Он может подарить свою консультацию, собственно говоря. Поэтому я дарю, даже сначала думала, может быть, скидку подарить. Нет, я дарю консультацию, полноценную консультацию. Человек выберет, какую именно ему надо. И это, если не ошибаюсь, Настя, да, по-моему?
Давайте поаплодируем. Настя, пожалуйста, выходи на наш подиум. И сейчас немного с тобой познакомимся. Настя, пожалуйста, немного расскажи о себе. Где ты учишься, чем занимаешься? Я учусь в Якутском колледже культуры и искусств имени Аграфены Дмитрия Макаровой. Сейчас я учусь на режиссера. А почему так вышло, что у меня так поставлены вопросы? Я в терапии уже год, если не больше. Я изучаю сама когнитивно-поведенческую психотерапию. Я занимаюсь самодиагностикой, но я это не рекламирую. Вот. И я безумно рада, что выпала консультация, потому что это всем необходимо. Я считаю, что это всем очень важно. И психотерапия — это то, что поможет людям жить полноценной жизнью, жить их жизнью. Здорово, спасибо. Давайте поаплодируем Насте. Дорогие друзья, мы приглашаем вас всех подняться на наш подиум для того, чтобы еще немного друг с другом пообщаться и, конечно, пообщаться с нашим сегодняшним гостем, психологом, сексологом Ольгой Бородиной. Это была программа «Я молодой». Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт ayar.nvk и будьте в курсе вместе с нами. С вами были Антон Васильев и Лена Гагарина. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Спасибо за приглашение, очень интересный формат. Была рада быть гостем, не знаю, экспертом, как это называется, да, главным героем. А почему? Потому что тема действительно очень актуальна, и вот то, как обсуждали, то, как вот было обсуждение, это было видно, что насколько это легко, и действительно это можно вот, когда вы будете смотреть, там, кто будет смотреть, то, ну, мне кажется, поймет для себя, научим ответ на многие вопросы. Поэтому продолжайте в том же духе, классная программа, побольше интересных вам тем. Спасибо.